сторону, уже вот с таким поворотом. Вот таким образом. И спектр применения достаточно большой, от блоков до ударов, может быть. Ну, я рекомендую постепенно наращивать вот это взрывное усилие, начинать с спокойных движений, даже если по разным траекториям, прочувствовать, а затем уже искать короткий взрыв. Переходим к нашему комплексу Казуми плюс. Перед этим давайте мы дополнительно сделаем проработку суставов. Другую сторону. Колени. Другую сторону. Четыре в одном. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Такое приятное похрустывание, когда начинаешь делать. Раскрываются суставы, эластичность улучшается, и это очень полезно и комфортно для тела. Сделали. Расслабили мышцы и пошли наши вращательные усилия. Освобождаем от напряжения плечи, верхнюю часть тела. Свободно послушали усилия от стоп. И вот на таком шаге пошли вниз постепенно. И прорабатываем поясницу, потом постепенно поднимаясь вверх и всю спину. Снова вниз пошли. И еще раз, три раза сделаем таких. У кого проблемы с поясницей, естественно, очень аккуратно, не так сильно, слушая все тело. Ширина плеч и фуань с приседаниями. Здесь можно с дыханием поработать, выдох. Вдох, а можно свободно. Стопы работают наружу, внутрь, вперед, назад. Центр тяжести работает. Продолжаем. Включу функцию.